Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, с вами Родригес, я рад вас приветствовать. Мы начинаем прохождение Far Cry Primal. Долго мы эту игру очень ждали, очень долго, но вот мы дождались ее. Так, ну что, начать средний уровень сложности. Сохраненная игра уже существует, перезаписать ее? Да, да, ребят, я немножко попробовал позаписывать ее, соответственно, все нормально, посмотрел настроечки. И, в общем-то, мы начинаем, ребят. Мы начинаем. Эй! Что? 2016 год у нас сейчас, да, на момент. И время летит назад. Со страшной силой. В общем, события будут разворачиваться, ребят, очень, очень далеко в прошлом. Это были где-то, получается, 10 тысяч лет до нашей эры. Центральная Европа. Первобытный мир, первые люди. Винджа, наша кровь, наш народ. Давно-давно много Винджа, далеко ходить. Потом одни Винджа найти Урус. Там жизнь, там дом для Винджа. Винджай Дамша. Мабая Квам. Но опасность прийти. Удам. Удам, войны, что людей есть. Изила, хозяева огня. Винджа приносить. Теперь свет прийти. Наши потерянные братья Винджа. Они духом сильны. Они Урус искать, нас искать. Ubisoft представляет. Ну что ж, начало впечатляющее. Посмотрим. Ага. А здесь будут мамонты, ребят. Здесь, в общем-то, очень жесткая будет, суровая жизнь пещерных людей, первобытные люди. Не, на ПК, конечно, графика вообще потрясающая, ребят. Потрясающая. Начало будет у нас с охоты на мамонта, да? Разделяемся, все верно. Чтобы добыть такую, такого зверюгу, завалить, нужно, конечно, работать в команде. Так, все. Могу двигаться, да. По-моему, нужно присесть, да? Так, легенда мамонта. Здание доступное хижине шамана Тинсей после выполнения задания нападения Удам. Ребята, посмотрите, какая, черт возьми, красивая обстановка. Идем, 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 идем сюда, иначе нас тут затопчат. Мы искать маленького мамонта, отделить от стада, потом мы есть. Понял, маленького мамонта нужно будет схавать. Жалко, конечно. Ходить! Ходить потихоньку. Е-мое,
какие мы здоровые. Мы много солнц без еды идти. Мы убить мамонта, чтобы есть или умереть. Это да. Закон джунглей. Вот мамонт один, Такар, ты готов быть? Ты готов? Теперь наши охотники пугать огнем. Вон они, пугают. Давай. Иди, иди. А, все, отделили его от основного стада, да? Маленького мамонтенка. Ребят, мне жалко его, честно говоря. Валить его жалко. Ну а что делать? Отыгрываем руль. Тихо, 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 тихо. Давай за ним. Последнее копье. Надо было еще копье взять. Не одно копье. По-моему, все. Бедный, а? Малыш. Или нет? Все. Убили. Хорошая охота, брат. Хорошая охота. Весь истырканный копьями. Маленький мамонтенок свободно идти. О, тигр! Не бежать, не бежать! Назад, назад, стоять! Мочи его, гада! Вот это жесть! Двоих убил. Прыгаем отсюда. Господи. Суровые будни пещерных людей. Far Cry Primal. Добро пожаловать, друзья. В ушах все звенит, ничего не видно. По-моему, мой напарник погиб. Разбился, твою мать. Значит, ты не останавливаться, Такар. Нас зовут Такар. Ты найти Урус, найти наших потерянных братьев. У нас обышканды винджа. Прошла. Печалька, свободно иди, иди. Так, какой-то дал нам амулет. Мы сделали могилку. Из камней присыпали. Урус близко, но тигр ближе. Оружие надо. Так, ребята, путь в Урус у нас задание. А, вот у нас карта. Лук надо сделать. Доступно в меню еды после... А, таб нажимаю. Так, у нас здесь еда у нас. Ага, нам нужно подлечиться как-то. Так, а как подлечиться? Я, кстати, не знаю. А, не знаю, как подлечиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Он сверху не спустится, а? Не спрыгнет. Я могу следить глазами охотника. Ага. То есть здесь, как в Assassin's Creed, именно можно видеть то, что можно собирать, да? Так, берем сланец, а кремень какой-то падает нам. Так, что-то еще можно взять. Это что такое? Тростник. Я не знаю, конечно, это все пригодится. Ольха.
прочная древесина. Так, в итоге нам нужно что-то скрафтить. Нам нужен лук, ребята. Нужен лук. Так, что мы изготавливаем лук? Ух ты как, а! Так мы можем даже видеть само прям изготовление. Какой мастер. Вот так вот лук можно сделать. Очень просто все. Все очень просто. Теперь нужны стрелы. Стрелы есть? 8 стрел. Замечательно. Теперь охотиться. Для силы нужна еда. Охота. Чтобы охотиться эффективнее, нажмите С, чтобы пригнуться и медленно подберитесь к добыче. Удерживайте В, чтобы использовать зрение охотника. Подсветите животных и кровавые следы рядом с вами. Не подходите слишком близко к добыче. Некоторые звери начнут убегать, если почуют вас. Так, понял. Теперь осталось найти, кого мы можем завалить. Где у нас животные? Какие-нибудь. Мне реально нужно здоровьишко свое как-то улучшить. Как-нибудь Тихо. А вон там кто-то был. Секунду. Ух ты! Попали. Все, она умерла. Смотрите, остался кровавый след. То есть по следу мы можем выследить животное, где оно раненое лежит. Если вдруг потеряем. Так, мясо, лечиться. Жир зверя. Звериная шкура. Так, что мы взяли? Дубинка. Вы еще не умеете делать дубинки. Дубинка мощное, быстрое и прочное оружие. Отлично подходит для атаки. Метните дубинку, чтобы оглушить врага, и бросайте в атаку, пока он не пришел в себя. Так, пока мы это не умеем делать, нам нужно, наверное, собирать просто припасы и убить еще двух козлов. Как бы это жестко не звучало, но, видимо, как-то так. Двух козлов надо убить. Так, завалили одного. И второго. Ага, теперь спускаемся. Короче, нужно потом еще и выследить. Не знаю, я правильно сделал, нет. Сейчас мы найдем их. Попробуем, ребят, по следу отыскать их. Мы же все-таки пещерный человек, первобытный. Мы должны, как собака, находить раненую, убитую жертву. Я, ребят, все собираю, что нам по пути встречается. Так. Вот он. Идем по следу. Так, идем. Где у нас кровь? Ага. Слушай, след потеряли. А второй? Подожди, у нас же ранена здесь должна быть. Так, окей. Давай потихонечку. Потихоньку. Пойдем. Припасов я не слишком много набрал. Может быть, у меня сейчас как-нибудь уже хватит, что харе. Так, надо найти животных. Ага, вижу. Есть один. Бежим. Все, погибло. Так, еще ранили одно. Кровавый след. Идем по следу. И вот она.
Три козла, готово. Кусь погуам. Ночь, приходите, искать убежище. Пойдем. Предмет невозможно взять, для него нет места. Вот, ё-моё, кто-то рычит, а? Давай все подряд берем. Я думаю, это все пригодится по-любому. Так. Найти убежище и разведите костер. Главное, на тигра не напороться. Так, здесь какой-то костерок есть. Давай, 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 разжигай. Вот так вот раньше было все тяжело. Хотя в умелых руках, видимо, кремень. В умелых руках кремень превращается в зажигалку, ребят. Отлично. Ну вот костерочек в пещерке. Уже как-то можно пережить. Так, стрела, кровавленная стрела. Винджа делать. Здесь кто-то был. Я по следам до Винджа идти, до Уруса идти. Так, а чем мы ночью попрем? Зачем мы туда костер разводили? Темный путь, и отделать дубинки, вести огонь. Открываем инвентарь. А, и как-то можно сделать дубинку, да? Так, все, мы ее сделали. Параметры силы, урон 3, прочность 4, скорость 4. Так. Ну, давай, мастери дубинку. Отлично, камень. Перематываем, получается замечательная, прекрасная дубина, которой мы будем сейчас кроить просто черепа. Так, давай еще немного ресурсов. Прочная древесина, какие-то предметы я беру просто. Так, поджечь дубинку. Ага, подожгли. Хорошо, дальше что? А, дальше нам нужно идти по следам, да? Пур сейчас, да. Гуаштру, дагуа. По следам Винджа. Используй зрение охотника. Ух ты, она сгорела. Вау, впереди тигр. Ребята, впереди. Огромный тигр, это тот самый, который на нас напал. Так, но у нас есть дубина. Так, что делать? Я не знаю, прыгать нам здесь или нет. Может быть как-то... Во, здесь можно нормально, наверное, спуститься. По-моему, нормально здесь не спуститься никак. Ага, вот есть лиана, по которой можно залазить, понял. Ох ты, ё-моё. Обыскать. Драка тут, следы вести от костра. Здесь была драка. Здесь была кровавая бойня. Скорее всего. Так, идем сюда. Берем, что нам попадается под руки. Все, хватаем. Так, стой, 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 стой. Это что такое? Волк! Ребята, это волк! Сильный Винджа и убить! Убил волка. Бедный волчок, а. Волки, я пугать их огнем. Ребята, а если здесь стая волков будет, а? Что мы будем делать? Вон там, по-моему, волк. Вот он, волк. Тихо. А это кто? Ух ты, ё-моё. Ты посмотри, сколько их здесь. Стой, 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 стой. Они меня хотят окружить. А, гада нет. Ну-ка на тебе, гад.
Мерзавец, а? Что-то нашел. Так, одного завалил, по-моему, нет? Да, точно, убил. Идите отсюда. Шкура волка. Я взял шкуру волка. Нужно пройти куда-то сюда. Так, забираемся. Вау. Все, за нами теперь они уже не пойдут. Ну что впереди? Впереди тигр. Это еще хуже. Стая волков. Так, что такое? В мешке больше нет места. В мешке реально больше нет места. Натырили уже всего подряд. Зала теплая, Винджа рядом. Винджа рядом. Так, прыгаем в воду. О, печалечка. У нас потух. Так, любой жир, вам потребуется жир, животных. Удерживайте Q, чтобы открыть селектор оружия. Нажмите. Ага, чтобы вот так вот, да, сделать. А как мне зажечь обратно мою дубинку? Я не знаю, как зажечь. Ребят, как зажечь, а? Как зажечь? Как зажечь, я не понимаю. Так, кровавые следы. Тихо. Там кто? Оба! Кто-то убегает. Кто-то убегает. Остановиться рано и лечить здесь. Может, подожгем костерок? А можно поджечь? Я хочу поджечь. Костер, но не получается, я не знаю как. Что-то еще здесь обыщем. В общем, это плохо, что у нас зажигалки с собой нету. Это печалька. Это очень большая печалька. Так, может как-то мне в инвентарь залезть, чтобы нам поджигать. Не знаю, изготовление, навыки, мешок, еда, кремень. Не знаю, как поджигать. Ладно, думаю, потом разберемся. Так, нам нужно двигаться туда, выше. Все выше и выше. Здесь куча костра, реально подготовленного костра, но я нажимаю Е. Поджечь. Подожди. А, вот оно как. Правая кнопка мыши. Нажимаешь погасить огонь. Поджечь. Теперь стало светлее. Разобрались, ребят, разобрались. Мышки бегают, крысы. Ха. А ее нельзя хавать, нет? А с этим можно. Он говорит, мяса больше уже нету. Ну, вернее, то, чтобы в наш этот рюкзак не влазит больше мяса. Ребята, не забывайте ставить лайки, если вам понравилась игра Far Cry Primal. Если вы хотите продолжение, ставьте лайки, ребят. Лайки очень сильно поддерживают. Так, плывем, плывем, плывем. Ой-ой-ой, давай, 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 быстрее, греби. Кто это? Это тот самый саблезубый, огромный тигр, ребята. Кого-то он там, по-моему, схавал, я не вижу кого. Но главное, чтобы он на нас не сагрился, это основная задача. Так, а там кто? Наверху человек. Нам нужно вылазить отсюда. Контрольная точка и... Девушка? Пошли.
Тигры! Тигр! Сзади тигр! Какая она злостная, девчонка. Сзади, мать его, тигр, ты что? Господи! Давай! Сваливаем отсюда, ты что там хватаешь? Куда? Я его задержу. Я его задержу ненадолго, если у меня сейчас сожрет целиком. Да, вот это тигр. Вот это времена, ребята, были. Саква. За мной сюда. Сейчас она куда-то нас приведет. Я думаю, наверное, она теперь уже не будет как-то злостно настроена к нам. Урус! Обнаружена. Какая красота, ребята! Потрясающе! Ты Винджа не из Уруса? На Орроспи? Палу. Я идти много солнц, я Такар. Такар, Хасан. Сайла. Сейла. Тигри Чава. Ты чуть не умереть в пещере тигра. Тигри. Удам дас. Тигр забрать удам. Удам шаус. Мне нужны уши, а удам. Ху, айка, ты вашта. Одна ходить? Ха, зачем ей уши? Чуть не понял, что коллекция целая ушей у ней. У меня укрытие, еда, идти. Ахатра. Гуама. Ну, доброжелательно настроена, нормально. Мы спасли жизнь, Гуама. По сути, она нам должна идти. Она нам хочет пригласить себе домой. Она говорит, пойдем. Пойдем ко мне домой, говорит. Я тебя приглашаю, у меня есть еда. На чашечку кофе. На чашечку кофе. Так. Неплохая квартирка. Ешь. А, да. Что-то ты приготовила? Какие-то... Как... Какая-то ягода? Смородина, по-моему. Смородина нарвала, но спасибо тебе за это. Спасибо. Где другие Винджа? Вожди удам. Удам. Разрушай дом Винджа. Уинджа дамша, хукуджарра! Удам! Удам убивает много Винджа! Хукуанна! Теперь Винджа одни, нет дома в Урусе. В Урусе. Сантамша, Урусу. У нее вся рука в крови. Ее же цапнул тигр. Укус тигра глубокий. Да тебе нужно срочно в больничку. Я помочь. Сейчас будем тебя лечить. Ах, больно тебе, да. Кора ивы снаружи ты принести. Кора ивы. Кора ивы. Слушай, у меня рюкзак-то полный. Как тебе принесут, а? Мне нужно научиться выбрасывать хотя бы вещи. Если это, конечно, сейчас возможно сделать. Так, кора ивы. Ты искать зеленые листья, лечить рану. Зеленые листья возле реки. Глубокие раны. Миссия. Понятно, нужно помочь нашей девушке. И, наверное, будущей, я так думаю. Что здесь? АК, чтобы открыть меню навыков.
У нас какие-то навыки, да, прокачались? Подожди. Так, это что такое? Получить этот навык исцеления на бегу. Очень так. Исцеление на бегу, прикольно. А это что за навык? Дополнительное здоровье. Давайте еще одну ячейку здоровья. Всего их может быть 6. И первобытное исцеление. Это у нас получается удерживайте контрол, чтобы восстановить одну ячейку здоровья. Все способности лечения доступны в меню. Это здорово, ребят. Я думаю, наверное, я вот это вот изучу. А можно еще что-нибудь? Нет, пока нельзя. Пока нельзя. У нас теперь 3 ячейки здоровья. Зеленые листья, ребят. Нужно найти зеленые листья. Вопрос лишь в одном. Если у меня полный мой рюкзачок, полный мой рюкзак, да, то зеленые листья я не смогу взять. Мне нужно что-нибудь выбросить, выкинуть. Так, здесь нужен крюк, чтобы слезть. Разблокируйте крюк в меню. Подожди, как его разблокировать? Колчан, мешок охотника. Ух ты! Можно нести 2 приманки, 8 кусков мяса и 8 кусков. А следующий уровень нести 3 приманки. Так, кусков жира. А для этого нам нужно что? Шкура кабана. Нужно 2 шкуры кабана, ребят, мы сделаем. Шкура дикой собаки. Расширим свой колчан, да? Так, понял. Так, где кабана? Кабана сейчас надо замесить. Может, там кабанчик какой-нибудь попадется, а? Так, пока мы этих... Вот он, кабан, есть! Это кабан или нет? Что такое? А это мы как бы по запаху идем, да? Ты смотри-ка. Я не знаю, ребят. По-моему, это не кабан. То есть шлейф такой тянется за животными. Видимо, там... Ага, человек. Смотри. Удам. Удам есть мясо. За моей спиной кто-то. Сами хищники какие-то. Опа! Быстрое убийство. Обыскиваем. Тихо, тихо, тихо. Там. Там. Пантера? Или кто? Ты смотри, что он делал. У голову оторвал одному. Прикинь, его добивал. Я не знаю, что за зверюга. Маньяк-убийца. Так, срываем листья нормально, зеленый лист. Это хорошо. Один уже есть, еще один сейчас возьмем. Вот они, зеленые листья, их нужно собрать, ребят. Корень редкого растения. Корень редкого растения. По-моему, там крадется леопард. Кто-то там затаился, ребят. Кто-то очень опасный. Ну ладно, давай соберем. Это что? Какие-то тоже листья, надеюсь, они нам пригодятся. Так, я бы еще кабана бы завалил бы. С удовольствием. Кабанчика. Так, и вот последний, да? Листок. Тихо! Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Что за дела? Твою мать! Какое-то племя! Какое-то племя! Подлечиться надо, но! О! 2 чувака были здесь! Вот это да! Смотри, они едят людей! Каннибалы! Так, обыскать это место. Так, я тут все вроде как обыскиваю, но, по-моему, это мой рюкзак не попадает. Или попадает. Жир зверя. Понял. Так, ладно, давай тогда сюда еще. Эти надо листья брать.
Так, мне нужно возвращаться. Мы выполнили задание. Черепаха? Где черепаха? Какой здесь опасный, ребята, мир. Первобытный вот этот вот опасность. Камни реки Ваквас. Местоположение обнаружено. Что такое? Здесь есть костерочек. Наверное, здесь можно как-то поджечь дубину на всякий случай. Давайте подожжем. Здесь можно как-то переждать, если противники будут на нас нападать. То есть можно как-то... Черепахи. Так, давай, погнали. Нам нужно принести зеленые листья сейли. Иначе она у нас просто погибнет. Да опять какое-то племя, да мать его. Еще два чувака, ну же. Давай, где тот лучник? Лучника тоже надо валить. Подожгли его, прикинь. О, да. Так. Все? Опасны здесь места-то, а? Так, мясо есть у него, отлично. Красный какой-то лист. Смотри, пожар попер. Все загорелось. Тихо, как тушить, как тушить? Я тут сам вспыхнул немного. Я хочу обыскать его. Я хочу его просто обыскать. Ладно, пойдем дальше. Вот это да, ребята, вот это да. Не, ну классно здесь все сделано, очень шикарно. Очень интересно. Так, мы почти уже на месте. Да, все, практически уже все. Я пришел. Надо помочь. Сейла. Залечить раны. Сейла. Вот, держи. Для твоей раны. Она что, их ест? Зачем? Надо на рану, наверное, положить. Громкие крики сегодня. Ты слышать? Шлавата. Таньи. Крики? Че такое? Дубу. Ты протолкнуть в рану. А, я думал, я что-то поплохело. А, понятно. А, больно. Понятно. Конечно. На живую, без анестезии-то это вообще жесть. Палку в рот. Как бы потом зашить-то эту рану? Тигр-то ее пластанул-то нехило. Ребята, посмотрите, прям по мясу. Она нас благодарит, она понимает, что мы делаем добро. Борщ. Спасибо. Другая. Я идти и увидеть Урус. Там много опасностей. Волки, медведи. Удам. В этой пещере безопасно. Ты других виджа искать, об этом месте говорить. Хорошо. Какое непрекрасное ожерелье из ушей. Модная дамочка. Ты искать наших братьев Винджа, Такар, сказать им в пещере безопасно. 500 хп опытом получаем. Крутейшие глубокие раны, ребята, выполнено задание, мы вылечили дамочку. И теперь у нас появилось новое задание, открылась карта. Ё-моё, она такая большая карта. Ребята, круто. Так. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим в следующей серии. Если вам понравился Far Cry Primal, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, группу ВКонтакте. С вами был Родригес. Я вам желаю хорошего вам, ребят, настроения. До новых встреч. Всем пока-пока.